Это и есть Ураборос. Мне страшно за мир, если он вырвется на волю. Чёртов Вескер. Он не шутил насчет уничтожения всей планеты. Джилл говорила, что Вескер собирается рассеять Ураборос по всему миру. Вот как он намерен это сделать. Вескер, вот он. Пошли, бегом. Джилл, как ты? Жива. Не волнуйся за меня. А теперь слушай внимательно, это очень важно. Сверхчеловеческая сила Вескера — это действие вируса. Но вирус нестабилен. Чтобы поддерживать насыщение, он должен регулярно вводить себе сыворотку. Значит, если лишить его сыворотки, он потеряет силу? Именно. Но он только что сделал себе укол, так что следующий понадобится еще не скоро. Черт. Слушай, Экселла говорила, что доза должна быть отмерена очень точно. Значит, передозировка должна действовать как яд. По-моему, она использовала сыворотку PG67AW. PG67AW. Я постараюсь найти, как выбраться отсюда. А вы ищите сыворотку. Экселла всегда держала ее при кейсе. Джилл. Алло. Джилл. Черт. Крис, это она. Сыграем в доктор. Бомбардировщик с ракетами на борту? Он правда собрался на нем летать? Его же мигом собьют! О, боже! Именно. Этот самолет нельзя сбивать. Если сбить, он станет очагом заражения. Джилл была права. Он хочет распространить вирус по всему миру. Похоже. Все куда хуже, чем я думал. Его нужно остановить прямо сейчас. Thank you.
ясно. Thank you.
мной пошел. Не могу объяснить. Да, я понимаю. Не расслабляйся ни на секунду. Твоим планам конец, Вескер. На сей раз тебе не скрыться. Неужели вам до сих пор не надоели эти крысиные бега? Лично мне вы двое уже порядком наскучили. Все это делаешь? Чего ты добьешься, выпустив Ураборос? С каждым днем человечество все ближе к самоуничтожению. Я не уничтожаю мир, я спасаю его. Единственный шанс. Давай. Все становится совсем интересно, да, Крис? Ты впрямь думаешь, что способен меня одолеть? Мне все равно, но пока я жив, я не остановлюсь. Тогда придется убить тебя быстро. Нет смысла прятаться. В темноте мы получим преимущество и сможем ударить.
Вы лишь оттягиваете неизбежное. Нашел! Никогда не приходило в голову, что планета перенаселена. Лишь горстка людей хоть что-то значит. Остальные просто шелуха. Поэтому я хочу отделить зерна от племен. И Ураборос мне в этом поможет. Ваш бой окончен! Нет смысла прятаться. Ясно. Перезарядка. У меня есть ракета. Сейчас принесу. Только носители высшей ДНК будут избраны Уроборосом. Только те, кто достойны выживания, получат право привнести свои гены в новый век. Дай угадаю. А править в этом новом веке будешь ты, верно? У меня есть ракета. Сейчас принесу. Позволю тебе кое-что прояснить. Я вовсе не считаю себя королем. Здорово. Очередная порция бреда на подходе. Нет, я бог. У меня есть ракета. Сейчас при... Бог? Да у него не все дома. У него и дома-то нет. Его надо остановить.
сможете прятаться вечно. Примите свою участь. Нет смысла прятаться. Вы лишь оттягиваете неизбежное. Еще не конец, Крис. Шевлон уходит, бегом! Возможно, я недооценил тебя, Крис. Заткнись, Вескер. Тебе уже никто не поможет. Мне никто и не нужен. У меня есть Ураборос. Через 5 минут мы будем на оптимальной высоте для запуска ракет. Ураборос будет выпущен в атмосферу в концентрации мирового насыщения. Ваши жалкие потуги ничего не изменят. Мир будет инфицирован. Наступит эра нового творения, и творцом буду я. Амбреллы. Ты знаешь, что мы должны сделать. Я постараюсь перехватить управление. Время за ракет через 3 минуты. За это поплатитесь. Держись. Разгерметизация. Сохранить заданный курс. Разгерметизация.
аварийную посадку. Я заберу вас и с собой! Начинаем аварийную посадку. Надо было сразу тебя убить. Крис. Сам виноват. Все кончено, Вескин. Кончено? Да я только начал. Хочешь понять, Крис? Назад! Веришь, что мир заслуживает спасения? Крис, заберись повыше! Естественный отбор делает выживших сильнее и крепче. Человечество слишком давно обходилось без прополки. Людишки. Шева, просто держись!
человеческая раса заслужила страшный суд. Ты будешь судьей? Откуда таких идей набрался? Из комиксов про злодеев?
Слева! Стреляй! Но я тебя зацеплю! Все равно стреляй! Это за всех наших погибших братьев. Да. Наконец-то. Я все чаще задаюсь вопросом, а стоит ли нам бороться? Во имя будущего, избавленного от страха. Да, оно того стоит.